Итак, всем привет, с вами компания TLV Parts. Сегодня мы посмотрим очередной автомобиль для разбора. Это Mercedes GL 450 2010 года. По передней части битый капот, побит передний бампер, с водительской стороны битая фара, побиты пластики. С пассажирской стороны фара целая. Машина не заводится, в машине нету питания. Здесь вот обрезаны провода. Само подкапотное пространство чистое, тут все целое. По пассажирской стороне крыло целое, диск хороший, резина процентов 50, я бы сказал, плохая. Дверь целая, есть небольшие сколы. Запотело немножко у нас зеркало. Задняя дверь битая. Такой вот здесь удар. Также замяло крышу. Здесь будут проблемы по подвеске. Как вы видите, здесь все разбито. Крышка багажника битая. Фонарь с водительской стороны с виду кажется целым. По водительской стороне задняя дверь кажется целой, но вот здесь вот она отошла от кузова, поэтому, возможно, деформировалась. Водительская дверь целая. Поломано немножко зеркало, но я думаю, что это мелочь. И крыло. Крыло целое. Посмотрим, что в салоне. По подушкам безопасности здесь все на месте. Питания в машине нету. Пробег посмотреть не можем. Сзади на креслах есть вот такие мониторы. И некоторые запчасти лежат в багажнике, но они битые. Такой вот обзор на Mercedes. Всем спасибо и пока!